тяжелой весовой категории, 93+. Красный угол октагона приглашается. Боец, представляющий Таджикистан, город Калибада. Встречайте, Абдулмутали Капаров! Благодаря Абдулмутали Капаров. И где бы он не ешь, то встал тучку плюс. Таджикистана, то не ворона. Абдулмуталиб Гапаров из города Канибадам. Ему 26 лет. Вот кто по правде компактный тяж. 1.70 м, 93+. Ты не помнишь, какого роста был Дэвид Туа? Тоже тяжеловес. Мне кажется, тоже был около 1.80 м, мне кажется. Все-таки 1.80 м. Мне казалось, что он из тяжей был самый маленький. Ну, сейчас мы это проверим. Hammaga, mana ismim Gapparov Abdulmutalib, Tojikistondan bo'laman. Yoshligimdan, shu 10 yoshimdan beri sport bilan addushi shug'ullanib kelaman. 10-12 yoshimda karatida shug'ullanganman, keyinchalik boksga o'tdim. Mana yoshimiz yetib, oilaviy sharoit to'g'ri kelmay, Rossiya shahriga ishlagan keldik Sankt-Peterburgda. 2-3 yil dorojnikda ishladim. Shu sport bilan shug'ullanganim uchun yana davom ettirdim. Mana kam-kam lyubiteliskiy turnirlarga qatnashib, kastinglardan o'tib, mana Xudo xolasa boy berildi. Boyga mana tayyorgarlik ko'rib keldik. Mana Rustam Rahmonovni kastinglarda o'tdik. Xudo xolasa mana 26-chi kuni boy bo'ladi. Sapernigim Dog'istonlik askar, unga ham omad tilayman. Hamma bizni qo'llab quvvatlab tursa, yaxshi chiroyli boy ko'rsatamiz, xudo xolasa. 1.78 м. Почти. Встречайте, боец из России, город Каспийск. Аскер Касанагаев! Года. Живу, вырос в городе Каспийск, занимаюсь в клубе «Аркада».
приехал в Москву, нашел тут хорошие сборы, зашел в интернет, посоветовали друзья, увидел лигу, думаю, почему бы не попробовать. Сам занимался всюду с боксом и думаю показать вам красивый зрелищный нокаут. Всем всех благ. Локтями, коленями в голову работаем только в стойке. Засетки, перчатки, шорта не хватает. 30 секунд работаем в парке. Покажите красивый бой. По углам. Идешь в парк. Так, тяжеловесы готовы. Итак, начинается первый раунд. Отчаянно бросается, обдумывает Али. По-моему, это сейчас будет сдача, по-моему. Да. Все, сдача. Все. Как мы и предполагали, досрочная победа буквально на первых секундах. Как мы и предполагали, очень увесистые, супертяжелые аргументы Аскер припас. Очень технично, несмотря на свою брутальную внешность, отработал. Абсолютно оправдал. Друзья, пользуясь случаем, так как наш турнир подошел к концу, хочу проанонсировать завтрашний турнир по боксу «Дерись и побеждай», который телеканал «Спортивный» также будет показывать. Начало прямого эфира в 17:00. Не пропустите. Оставайтесь с нами. На сегодня наш турнир подошел к концу. Мы прощаемся. Напоминаю, что комментировали для вас сегодня я, Игорь Рязанцев, Георгий Цгоев, мой коллега. Георгий, как тебе турнир? Шикарный турнир, очень крутые бои. 28 пар, если не изменяет память. Настоящий марафон. Да. Время пролетело незаметно. Да, друзья, наш марафон подошел к концу. Прощаемся и встретимся в эфире. До встречи. Вам крепкого здоровья. Всех благ, счастливо. Удачи, парни! Эльман! Давай! Абдул-Али, слушай, расскажи, что пошло, как ты попал в такой прием и какой вообще был план на бой? Не знаю, у меня вообще-то план был. А на стойке я не ожидал борьбы, ну поэтому... Не очень. Ты знаешь, по планам пошел, да. Дагестан, это борьба, все дела. Ну да, Дагестан, борьба, но ударники тоже много будет. Ударники основной. Ну все говорят, что мы бы исправили основной борьба, но я не согласен с этим. Все красивые нокауты, а бывает на стойке. Например, Джон Джонсон, Израиль Адесин, у них много на стойке был. Но я не хочу я отмазка, но борьба. Брат, если хочешь, на голых кулаках в любое время. Согласен, брат. Организуй этот бой. На голых кулаках. На голых кулаках. Без борьбы. Без борьбы тута.
Я согласен, я... Гонорар! Гонорар! Я... Только 50 тысяч. Хорошо, об этом подумаем и даем знать. Давайте я договорю. Я не хочу обладать. Я похожу тебя. Я сам люблю, я сорву на стойку. Ну все, все. Брат, красавчик. Смотри, они сделают заборкую, это победа. Смотри, ты говоришь, что ты ударник, да? Вот. У нас перед этим был бой. Тоже парень проиграл, ты, наверное, видел ударник. Тоже ударник. Да, ты готов? Он проиграл тоже, ты проиграл. Ты готов с ним выйти? Вот он ударник, ты ударник. Нет. Я думаю, что вы реально хорошо заработались. Мы можно на следующем турнире организовать бой. Ты готов? Ну что, давайте пригласим Кайратов Усманчжону. Тут Кайратжон. Усманчжон.